Привет всем! Мы находимся на Алтае. Ну, про этот край, то, что он могучий, он мужественный, что он такой вот шаманский, что в нем столько много энергетики, я думаю, что расскажут вам многие, кто бывал здесь. И в интернете вы это все увидите, картинки замечательные, и всю эту природу вы увидите там. Но самое главное, с кем мы сюда приехали и кто организовал. Вот об этом я хочу вот прям два слова сказать. Спасибо огромнейшим организаторам, Анне и Елене, за такой прекрасный праздник, за эмоции, за бесконечное движение, за движение такое, что вот вроде стою я уставшая, разве видно, что я устала? Я эмоционально заряжена настолько, что мне хочется еще остаться. Приезжайте, пожалуйста, сюда на Алтай. И спасибо большое организаторам Елене, Анне за такую прекрасную неделю. Хочется вернуться не раз. Я думаю, что это очень важно для вас. Спасибо.